Привет, ребята, с вами я, Крепыч, и сегодня мы с вами будем играть за лучника. Да. Если вы хотите чтобы поддержать меня, то вы можете поставить лайк, подписаться на канал, зайти в мой дискорд-сервер, и конечно же, задавать среднем, донейшн алерт, или же купив мой тишорт в Роблоксе. Ну а мы начинаем. И как всегда, мы начинаем персонажа. И вот мы создали нашего персонажа. Теперь берем мир. Вот мы и зашли на наш мир. Я вам не объяснил, что мы будем играть за лучник. Да. И будем мы играть на мастер моде. Средний мир. И давайте сейчас, наверное, соберем грибочки. Этим инструментом я не буду пользоваться, так что... Опа! Создаем нашего первого питомца. Саксон. Надо бы забыть самый первый лук. А до этого рубим древесину. Начинаем делать как раз дома. Теперь идем исследовать мир. Начинаем достраивать дом. Thank you.
тренажере первый день. Сейчас складываем ненужные вещи в сундук. А сейчас идем исследовать снова мир, только уже ночью. Так везет! Не понимаю. Вот, мы оптимизировали дом, собрали очень хорошие вещи, телепортируемся. И сейчас будем искать темницу. Поехали. Ромашка, ромашка, белый лепесток, в волосах кудряшка, воздуха глоток. Ромашка, ромашка, белый лепесток, воздуха глоток. Ромашка, ромашка, белые цветы. Ромашка, ромашка, белый лепесток, в волосах кудряшка, воздуха глоток. Ромашка, ромашка, белый лепесток. Вот мы и темницы, забираем зельки, забираем книжки и поехали дальше. Бам-бам-бам-бам-бум. Ну а сейчас мы идем в снежный биом. Закончился наш первый день. И я вам покажу, что мы смогли быть, что мы смогли обустроить, что мы смогли исследовать. Итак, и вот начинается наш новый день. Солнце светит, птички не поют, а только средние эти-то тупые. Надоели мне уже, я вас в ад отправлю. Ладно, опустим этот момент, конечно же. Так, крафтим факел, и давайте посмотрим, что еще раз, что мы исследовали. Да, не густо, не густо. А, точно, еще тут. Тут тоже не густо. Каким он густо. Только броньки себе немножко добыл. Ну и ботиночек. И всего другого разного. Да. Ладно, идем. Thank you.
Уже гадина. Ладно. Давайте теперь пойдем туда. Я уже наступил утро, но с этим утром только еще и дождь. Ясненько. Так, я думаю, лучше всего сейчас это исследовать ту участку. Потому что я еще ее даже и не исследовал.
Здравствуйте. Что вы можете мне продать? Нет. Это яркий факел. Ну вот табуретки мне не надо. Мне это тоже не надо. Вот я, наверное, у тебя куплю. А что у тебя купить? Ультраяркий факел. Давайте 5 штук. Может, что-то еще могу прикупить? Больше и ничего. Так. Если что-то можно то изменить, я изменю. Бам! Вот и подходит к концу третий день. Что мы смогли добыть? Это у нас в сундуках. Не только в сундуках. Еще и здесь. И вот здесь. И, конечно же, здесь снизу. Здесь сверху. Здесь где аксессуары и наши NPC, подрывник, гид и торговец. Если вы хотите, чтобы я продолжил дальше снимать вот это, то вы можете поставить лайк, подписаться на канал. Может, в следующий день я уже добуду наконец-то броньку, не буду спальню рить. Ну а с вами был я, Крипыч. Всем удачи, всем пока! Пока-пока! Пока! Всем пока!